Всем добрый день, добрый день. Жду гостей. Встала рано. Пока посуду домыла. Ну, там вымыто было все равно. Жду гостей. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру. Тю-тю-ру-тю-тю-тю. Всем доброе утро, доброе утро. Стало сегодня рано. Жду гостей. Сейчас самогонки ебану, подождите. Подождите, самогонки ебану. Ты слышишь, инвалид, смотри, там я пока дверь, это дверцы закрыла. Слышишь, инвалид, блядь, колясочник, блядь, пидор. Закрыла пока дверцы. Как уедут гости, открою на проветривание. Я за тебя пью, чтоб ты встал, блядь, с коляски, нахуй, инвалид ёбаный. О. Так, готовлю в духовке курицу, брюссельскую капусту и картошку свежую. Помидоры, огурцы есть свежие. Окрошка, компот. Ну, чтоб кормить человека же. Тарарам, 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 тарарарарарам. Сейчас я вам покажу. Я сегодня с камерой, знаете, какой видос сделаю? Сливи, сливи. Сейчас я вам покажу, что я. Вот это. Ну, это скатерть мать мне подарила там с этим. Ну, чтобы на день рождения там кастрюли там всего, на скатерть. Вот. Всю посуду. Слышь, инвалид, ты глянь. Инвалид, посмотри, пидор. Ты видишь, инвалид, колясочник. Вот я делаю курицу. Я ее вчера замариновала, вот эти, купила специи для курицы. Картошка свежая, и вон там это брюссельская капуста. Там окрошка вон, огурцы, там помидоры, котлеты, компот. Ну, накормлю. И выпить есть. Но он не пьет, он спортом занимается. Вот кому он такой достанется хорошенький. На блатной машине приедет. Он в Москве живет, и родители. Вот, все. Вот, ребят, сейчас будет все менять. Это Сереге я оставляю. Сюда поставят машинку мою. Сюда поставят. Здесь будет моя, как его называется, вот это своя, моя вот будет. И этот, вот мне подарили на день рождения. Они, Ванька подарил. Этот, как его называется, ну, воду греть. А это унитаз хороший, 4800. Вот сюда все. Сейчас трубы поменяют все, унитаз поставят. Все помаленьку я буду делать. За год сделаю. И все. Раковину сюда, машинку туда, это туда. А что делать? Места нету. Это угол мой. Этот трипер снимем. Это его сюда вот повесят. Что он сделает там, придумает. Вот так. Это мой уголок. Сюда бы еще бы тумбочки какие-нибудь хорошенькую. Раз, раз. Здесь линолеум я куплю. Ну, это не все сразу, ребят. Не все сразу. Все надо менять, не все сразу. Да, инвалид, это была общага. А теперь сделали как квартиру. Раньше здесь 101 километр жили. Да, инвалид. Я-то хожу, а ты инвалид, блядь, пидор. Вот, окно приедет на этой неделе, ребят. Окно приедет. Это все уже окно заплатили. И Настя там помогла тоже окно. Гуля, спасибо за денежку. Сегодня Гуля перевела денежку мне. Гулечка, город Татарстан. Ой, Казань или Татарстан. Ну, короче, Гуля знает, а Гуля денежку мне сейчас перевела. 5000 перевела мне. Гуля, спасибо тебе большое. Вот окно мне на этой неделе. Я забыла, он сказал четверг или пятницу, что ли, блядь.
Дай самогонки сейчас за инвалида выпью, я колясочника. За гниду этого конченого. Шторы, конечно, я уже присмотрела. Ой! Ёб твою мать, девки! Ой, этот-то как его? Я что, разбила? Ой, блядь! Или нет? Идет интернет-то? Ёб твою мать! Идет интернет-то? Ёб твою! Шторы я проглядела, вот это наверху тоже потом куплю, она дешевая, мать сказала, это 41-го года, тюли-то, не знаю, кто здесь жили эти, здесь дохуя жилы, как их называется, ну, сын мой сюда пускал, как их называют-то, снимали, тюль сняли кто-то, не знаю, кто-то спиздил, прокладку, наверное, себе в пизду сували. Ну, хуйня, что это куплю, мать сказала, это дешевые гардины. Шторы посмотрела от 3 до 3500 хорошие. Ну, эти тоже хорошие, но они 41-го года. Я еще их с Перми привезла, их выкину я. Можно и Сереге отдать. Их постираю в машинке, Сереге отдам. Они хорошие, плотно, Сереге отдам. Вот, и тюль посмотрела. Тюль 2500. Все. Мне главное окно. Сейчас это сантехнику, потолок. Я потом за год все соберу. И люстру. Люстру за 1,5 куплю. Ту я выкинула. Не знаю, куда они ту. Квартиранты дели. Все, вон, обои, все подрато здесь. И линолеум здесь был новый. Линолеум был новый здесь. Это перед тем, как я уехать в деревню к пидору. Здесь был ремонт, и обои, и все было. Хуй с ними, ладно, я все постепенно сделаю. Это я вот красавица. Вот это я красавица. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Инвалид, колясочник. Ты Америку не открыл? Ты что здесь, Америку открыл? Я вроде свой канал веду, показываю, что, не знаю, что ты Америку открыл? Да. Гардероб это выкинем. Все постепенно выкину. Здесь косметика надо. Вот это хорошие духи. Это тоже Москва делает парфюм. Ну, это для Жилетова я здесь. Нормально, пойдет. А это, видите, сколько осталось. Это тоже белорусский парфюм. Вот, всякая хура моя. Там книги, там, это я из деревни-то. Это все закрутки, выпечка, потом сажать. Ну, я когда жила там, я все хуйней-муней занималась. Ну, все что-то. Вон там краска, две краски купила. Вот моя курочка. Я не стесняюсь, я, да, показываю. Понятно, инвалид. А ты там хуйню говоришь с этой алкашкой, блядь, со своей. Я тебе ничего не обижала. Ты что, Америку какую-то открыл? Люди об этом все знают, сколько лет. Или ты забыл, как ты, блядь, небритый с саной валялся в перископе? Мы тебя с перископа знали, как ребята крутые тебе помогали. Ты деньги плакал, лежал. Помогите мне коляску купить. Это тебе Бог наказал, чтобы ты не сплетничал. И как ты просил, забыл? А то я напомню тебе все, блядь. Я тебе с тобой общалась нормально, а ты втихушу, блядь, сидел, меня обсирал. Я-то не скрываю ничего, все знают, как я живу. А ты, блядь, чмочник. Вот и сиди на коляске своей в доме, пидор. Вот так, ребят. Это он сказал, я дверцы открываю. Да, я открываю. Я на первом этаже живу, чтобы у меня проветривание было. И что? И что? Я здесь убийство какое-то сделал? И что? Да, я проветривание делаю. Пидор, колясочник. И что здесь такого? Я что, курю травку, что ли? Гнида конченая. Баба худая. Ты сиди, людей набирай, блядь, на канале.
Девки, я жду, когда окно приедет ко мне. Окно будет, я посерединке, а теперь Настя позвонила. Вот здесь будет открываться и здесь. Вон. Все, ребят, ладно. Гуля, спасибо тебе за 5000. Спасибо, зайка, тебе. Низкий поклон. Это как тебе? Сейчас я переверну. Ой. Гулечка, спасибо. Вот Гуля сейчас мне перевела денежку. Гуля, спасибо тебе большое за 5000. Дай бог здоровья Гальке, тебе, твоим детям, девочкам. Спасибо, зайка моя. Спасибо. Давайте, ладно.